Сегодня мы будем молоть кофе для кофемашины с помощью кофемолки Vitec VT1548. Открываем крышку, засыпаем необходимое количество зерен. Закрываем крышку. На регуляторе количества молотого кофе выбираем 8 на 8 кружек. Затем включаем кнопочку включения. И после того, как начнет работу кофемолка, выбираем степень помола 4. Кофемолка остановится сама, когда будет готов кофе 8 чашек. Кофе готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.